я думаю, что мы доминировали всю игру. Ну, игра была наша, просто маленько на две минуты выбились из игры. Пропустили два гола, пришлось доставать из себя. Ну, как, у нас почему-то так и получается всегда. Это ослабленность, с чем связано две минуты? Действительно, потеряна какая-то потеря концентрации, наверное. Больше, наверное, нет, чем вроде по движению неплохо двигались. Легко пришлось? Ну, насколько сложно пришлось себя приходить, то есть эти отрезки после 0-2? Ну, нам уже не впервые после таких отрезков обратно вливаться в игру. Наверное, все равно это отнимает больше сил, чем когда ты ведешь, например, 2-0. А там близкие игра, прямые конкуренты, можно сказать, что такие важные матчи, одни из самых важных на этом отрезке сейчас? Конечно, важные, потому что сейчас турнирная таблица, она очень плотная. Вот разница с восьмым местом, там, по-моему, порядка 12-14 очков. Так что нам нужна каждая игра и держаться на первой строчке. Сейчас на сайте Help постоянно идет обновление новостей. Там Авангард догнал Сибирь, Магнитка догнала Сибирь. Вы за этим следите, как на это реагируете? Что все равняются на Сибирь? Ну, если честно, даже стараюсь как-то, наверное. Ну, на КХЛ не захожу никогда практически, только на Алхоке. На Алхоке такого не видел ничего. Дубль впервые за долгое время. Насколько там важен для тебя? Ну, конечно, важен. Я уже, наверное, года три не мог забить две шайбы. Были игры, которые забивал по одной. Сегодня маленько прорвало. Я думаю, дальше будет только лучше. А Коваржа долгое время не могли пробить? Не было ощущения, что стена стоит? Да, вратари не все люди. Каждый вратарь ошибается. И надо просто бросать больше шайб в ворота. Все равно какая-нибудь ошибка у него случится. Опять же, повторюсь, нельзя допускать, что мы пропустили два гола там за три минуты. И здорово, что сыгрались. Нужно искоренять вот это вот. Изначально нужно было прибивать в первом периоде. По игре у нас полное превосходство было в первом периоде. Еще ребята приехали из Дальнего Востока. Надо было этим пользоваться. Ну, как получилось, здорово, что отыгрались. Победа, три очка. Эти две шайбы пропущены за три минуты – это расслабленность, потеря концентрации? Чисто потеря концентрации. Даже там какие-то ошибки допустили, надо было просто спокойно играть, а мы потеряли игрока, тут добил. Вот, результат такой получился. Сложно пришлось вытаскивать из себя в тот момент, когда 0-2 полетели? Ну, у нас здорово, нападающие действуют, молодцы, настоящие бомбардиры. Забили здорово, молодцы. Уверенность была, что, ну, как бы, что есть шанс вытащить эту игру? Да. Я был уверен, что это наша игра, мы вытащим. Это на уровне, что игра получалась? Да, видели сами моментов, много создавали, просто повторюсь, что надо было забить парочку голов, чтобы они остепенились и все. Автомобилист один из прямых конкурентов. Можно сказать, что в связи с этим игра вот получилась такой боевой? Конечно, прямые конкуренты. Послезавтра еще игра приедет. Надо их прибивать. Нам вверх отрываться, а их можно оставить как можно ниже, соответственно. Можно сказать, что это одни из ключевых игр сейчас вот на этом отрезке? Ну да, они не менее важные. Все игры важные, но это такие принципиальные, можно сказать. Вам как после выезда вообще игралось? Тяжелый выезд позади, да, был? Да, очень тяжелый выезд, потому что мы на Дальний Восток съездили, вернулись потом в Москву, съездили, часовые пояса. Ну ничего, тренерский штаб нас подготовил здорово и функционально, и психологически.